Здорово, народ! Сегодня решил вам показать снаряжение патронов 410 калибра вот этим порохом Sunar Magnum 42. Я снаряжал уже, видео тоже выкладывал, как я стрелял вот патронами в стальных гильзах. Пуля там была, шар 11 мм. Навеска была самая минимальная, 1 грамм. Но гильза поддувала почему-то. Некоторые даже патроники застревали, приходилось их шомполом выбивать. А теперь попробую снарядить в пластиковых гильзах. Здесь совсем другой процесс горения. Наверное, нормальные будут. Вот такими пулями, короче, снаряжаю. Пуля Юджина без экспансивной полости. Цельнолитная. Вот их будем снаряжать в пластиковые вот эти гильзы. Самые хваленные. Говорят, что они прочные. Не знаю, я это с трудом верю, но все равно попробуем, снарядим. Какие бы прочные эти гильзы не были, но они по-любому держат минимум 5 выстрелов. Этого вполне хватает. Вот так у нас порох выглядит. Мелкие очень зернышко. А многие говорят, что он самый такой максимально приближенный к пороху 410-й Sunar. Медленно горящий типа. Так, для сокола, как вы все знаете, я использую пороховые метки, а здесь лучше на весах все делать, потому что здесь погрешности не допускаются. Так. Навеску начну с 0,9, потому что делал меньше, 0,8, 0,7, разброс был вообще большой. Начну с 0,9, если будет плохая куча, то перейду на 1 грамм. И когда вот взвешиваете порох вот так на весах, не нужно там смотреть на сотые, десятки. Одни бывают обратно высыпают порох. Вот у нас 0,91 было, вот 0,9. Так, гильза откалиброванная, обрезанная до 70 мм под вальцовку конусом. Капсуль КВ-22. Гильза не этот, стреляная один раз. Патроном стоппер. Так, в качестве прокладки ставлю вот такую прокладку картонную, довольно плотную, это миллиметров полтора, наверное. И вот таким навойником, который плотно заходит, досылаем порох, прокладку до пороха. Вот такой объем он занимает. И чуть-чуть меньше, чем этот, чем сокол. И пустоту заполняем вот эти пеноплексовыми пижами, высота у которых 20 сантиметров, то есть 20 миллиметров. Делаем так, чтобы для посадки пули у нас оставалось где-то 5 сантиметров, не 5, а этот, примерно 10 миллиметров, сантиметров, короче. Берем пулю, плотно идет у нас, и вот до самого, чтобы вровень с дульцем было. Можно слегка надавить, вот, как мы видим, вровень с дульцем гильзы. И покажи его здесь. Многие просят показать, как я вальцую пластиковые гильзы. А я это сам советую этим обрезком от баллончика, но я от этого отказался. Но то же самое здесь получается. Гайка, болт такой, и внутри конус сильный. И с помощью вот этого конуса и тисков я делаю здесь завальцовку. Когда чувствуем, что уже плотно идет, останавливаем. Вот что у нас в итоге получилось. Этого вполне достаточно, чтобы патрон без утыканий заходил в патронник. Вот этого достаточно. Один патрон у нас готов. Также делаем, снаряжаем второй патрон. Весь процесс я не буду, просто пару патрончиков сделаем. Стрельба будет вестись на 50, пристрелочный сделаю на 30 метров, потом на 50. Если нормальная куча будет, хотя бы 5 сантиметров, то отойдем на дистанцию 100 метров. Видео будет во второй части, потому что в ближайшее время я не собираюсь уезжать на стрельбу, так как у нас погода, похолодание пошли.
Да и времени нету на это. Так, оставляем 5 сантиметров от пулю. Надавливаем. Так. И заварцовываем. Вот на что выходит. Также я снаряжу все остальные патроны. Если будет нормальный результат, то я думаю, сравню эти патроны, вот эти пули с заводскими, техремовскими, FMG-15 и SV-40, вот эти пули черные. Посмотрим, какая вообще будет разница между самокрутом и магазинными патронами. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки и ждем новых видеообзоров.